20 вопросов, 45 минут на выполнение. С 3 по 8 ноября магданцы смогут поучаствовать в этнографическом диктанте. Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов. Акцию проведут в 5-й юбилейный раз. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Удмуртской республики. Основными задачами диктанта являются привлечение внимания широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. И, конечно, получение объективной информации об уровне этнокультурной компетенции населения России с учетом его возрастной и социальной структуры. На территории Магаданской области проживает 193 национальности, большинство из них русские. Но есть и украинцы, белорусы, татары, буряты и малочисленные народы Севера. Для каждого человека важно сохранить этническое самосознание, при этом сохраняя дружбу народов, рассказывают организаторы этнографического диктанта. Принять участие в диктанте могут жители России и зарубежных стран, которые владеют русским, английским или испанским языком. Возраст значения не имеет. Для того, чтобы написать тест, нужно зайти на официальный сайт miretno.ru. Итоги подведут 12 декабря 2020 года.